Ивановский государственный политехнический университет помогает вчерашним школьникам определиться со своим будущим. Весь июль в ВУЗе проходят мастер-классы в рамках проекта «Школа успешного абитуриента». Молодых людей знакомят с работой кафедр, помогая определиться, куда поступать. На этот раз гостей встречает кафедра физики и нанотехнологий. В Ивановском политехе направление наноинженерия, оно единственное в нашем регионе. Мы ждем увлекающихся молодых людей, которым готовы предложить сегодня самое перспективное научное исследование. К слову сказать, сегодняшний мастер-класс проходит в аудитории, который снабжен электронными микроскопами, которые позволяют прямо здесь сейчас увидеть объекты микро- и наномира. Большинство ребят, которые участвуют в проекте политеха, поступают не в этом году. Оля только окончила 10 класс. В выборе будущего вуза остановилась на политехе, теперь определяется с факультетом. Я хожу, в принципе, на все мастер-классы, которые представляет политех. И потом уже я выберу то, что мне больше всего нравится, и буду готовиться сдавать именно те экзамены, которые мне понадобятся для этого факультета. Нанотехнологии – это интересно, но не просто. Особенно сложная задача у преподавателя – не только рассказать о работе кафедры и перспективах этого направления, разжечь в ребятах искру интереса к науке. Для того, чтобы заинтересовать, нужно быть заинтересованным самому. Если работа тебе нравится, и ты работаешь с увлечением, а эта работа требует очень много времени, работа с зондовыми микроскопами, она требует очень много. Это как поэзия. Поэзия – это та же добыча радия. В год труды и грамм продукта. Чтобы добиться успеха в этом перспективном направлении, кроме усердия и увлеченности, нужен талант и умение, приобрести которые можно в стенах политеха. Будущее не только за нанотехнологиями, но и за квалифицированными специалистами в этой сфере. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.